Всем привет! Вы смотрите канал Ананас Ленд. Только самые актуальные новости из мира шоу-бизнеса. Максима Галкина на Первом канале заменили Николаем Цискоридзе. Шоу «Сегодня вечером» с новым ведущим выйдет в эфир 7 мая, сообщил сам артист балета в своем телеграм-канале. Напомним, в первый же день российского вторжения в Украину 24 февраля Галкин высказался против военной операции. После этого его концерт в Архангельске, запланированный на 14 марта, со скандалом перенесли на сентябрь, а российские федеральные телеканалы убрали из эфира рекламу с участием юмориста. Позже российский телеведущий пообещал перечислить часть денег от июньских гастролей в Израиле в помощь украинским беженцам. Вы смотрели канал Ананас Ленд. Пишите комментарии, нам важно и интересно ваше мнение. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Ананас Ленд. Ананасовое настроение.